Пришел, ударил, обокрал. В Ярославле на улице Лермонтова ограбили круглосуточный магазин. Злоумышленник нанес побои продавцу и забрал из кассы более 11 тысяч рублей. Сейчас он задержан и дает полицейским признательные показания. В 5 утра постучался парень. Продавец открыла двери. Зашла спокойно в магазин. Он заскочил следом за ней, забежал за ней в отдел. Начал колотить ее по голове дубинкой. Она упала, он ее начал бить ногами. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый. 32-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проверяют его причастность к другим подобным преступлениям.